Сигнальный индикатор для бинарных опционов Size Doji Rev дает очень простые торговые рекомендации в виде стрелок, поэтому воспользоваться им без труда смогут даже совсем неопытные трейдеры. В основе индикатора лежит свечной паттерн разворот Doji. Скачать этот индикатор для бинарных опционов с некоторыми мелкими, но полезными функциональными доработками можно у нас на сайте совершенно бесплатно. Этот индикатор устанавливается в терминал MetaTrader 4 стандартно, и кто не знает, как это делать, ищите ссылки в описании. Главной функцией индикатора является поиск на графике свечного паттерна разворот Doji. И алгоритм поиска выявляет комбинации, где тело одной свечи составляет не более 10% общего размера следующей за ней. В зависимости от расположения текущей цены актива, а также учитывая цену закрытия следующих двух свечей, индикатор дает стрелочные сигналы на открытие колл или пут опционов. Небольшими, но полезными усовершенствованиями этой версии индикатора является возможность получать всплывающие и звуковые оповещения о появлении новых сигналов для торговли бинарными опционами, а также специальная кнопка, включающая и отключающая отображение стрелочных сигналов на графике. Настройки индикатора позволяют изменить максимальное отношение тела свечи Doji относительно размера следующей свечи. Делается это в параметре Percentage. Другие настройки позволяют влиять на алерты, визуальные параметры сигналов и расположение кнопки переключения режима индикатора. Правила торговли по индикатору для бинарных опционов Size Doji Rev. Прежде чем приступать к торговле по этому индикатору, нужно убедиться, что вы знакомы с принципами торговли по свечным паттернам. В этом вам поможет наша подборка материалов на сайте. Японские свечи и как их читать, price action и паттерны в торговле бинарными опционами, свечной анализ в торговле бинарными опционами. Ссылки на эти статьи будут в описании под этим видео. Принять во внимание следует и то, что использование индикатора будет более эффективным на старших таймфреймах, так как чем больше времени заняло формирование Doji, тем надежнее будет сигнал. Но на M1 вы будете получать слишком много ложных сигналов. По этой причине использование индикатора на таймфреймах M15 и выше является предпочтительным. Итак, правила для покупки колл опциона будут следующие. Первое. На рынке восходящий тренд. Второе. Появился сигнал стрелки вверх. На открытии следующей свечи можно покупать колл-опцион с экспирацией 3 свечи. Для покупки пут-опциона необходимы следующие условия. Первое. На рынке нисходящий тренд. Второе. Появился красный сигнал стрелки вниз. На открытии следующей свечи можно покупать пут-опцион. Не забывайте, что проверять и отлаживать работу индикаторов и систем следует исключительно на демо-счету. А найти подходящую и надежную площадку для торговли как на демо, так и на реальном счету можно в нашем рейтинге брокеров бинарных опционов. Ссылку на рейтинг можно найти в описании под этим видео. Не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новое интересное видео из сферы торговли бинарными опционами. Спасибо вам за внимание, успешной торговли!